Велосипедистка потерпела у ДТЗ у Жлобине. 18-годовая девчина рухалась по проездной части и при ожесточении повороту налево не предоставила переваги у руху легковому автомобилю. Toyota Пикник под керовництвом 28-годового водителя рухалась у сустречном напрямку. У вынику сутыкнения велосипедистка отримала травмы и шпитализована в больницу. Да и нагадывая, при пересечении проездной частки дороги по пешеходным переходе велосипедист повинен вести велосипед побач с собой и кироваться потребованиями, предугледженными правилами дорожного руху для пешеходов.